контакта. Чую, не к добру это. Нужно поторопиться со следующим выходом к центру. Здорово, Стрелок. Рад, что ты жив. Слушай, мы с Клыком нашли все детали и собрали два дешифратора. Оба в схроне недалеко от выжигателя. Заберем их, как пойдем к центру. Призрак, дружище, вот это действительно отличная новость. Значит, слушайте план. По катакомбам нам точно не обломится. Так что остается один вариант. Идти через выжигатель. Я направляюсь к Сахарову за одной штукой, которая поможет нам сохранить свои мозги в целости. Ждите меня на военных складах. Наемник, говорит Лебедев. Переписка из тайника многое проясняет. Теперь мы знаем, что в центре зоны побывала группа Стрелка. Мало того, они готовят второй поход к центру зоны. Идиоты. Если у них получится задуманное, то случится второй большой выброс. Мощность на этот раз будет такая, что все живое погибнет. А зона перейдет в абсолютно нестабильное состояние. Этого нельзя допустить. Стрелок ушел на Янтарь. Ты ближе всего к нему, поэтому попробуй перехватить. А Клыки и Призраки мы позаботимся сами.